Всем привет! С вами Галина. Вчера снимала видео о новых гейхерах. Свет вечером плохо передавала камера. Сегодня решила сниму вам от Эмливс. Переношу их в теплицу из дома. Вот такая красота. Вот он цвет. Вот она Берри Смузи. Такая розовая. Тоже не совсем передает и днем, но все равно ближе к естественному. Вот они, красотки. На самом деле прям вырви глаз. Ох, и расцветочка у нее. От Эмливс. Осенние листья. До чего хороша. Красавица. О, немножко поменялась. У нас сегодня плюсовая температура, солнышко выглядывает, прям почти весна. Уже даже растения немножко почувствовали приближение весны. Видно по растениям в теплице, что уже дело поворачивать будет на весну. Так что по прогнозам январь будет теплым, средняя месячная температура будет минус 1, это как в марте, так что для гейхер красота. Жду ваши заказы. Буду вас радовать новинками. Ищу, выписываю, заказываю. Буду отправлять. Отправляю почтой с деком. Погода так и шепчет. Закажи гейхеры. Ну и это правда красота. Очень-очень заманчиво. Вот они едут, Pink Pearls. Теплицу переезжает. Это махагон. Бордовый будет. Pink Pearls. Нежнули. Ой, нежнулечки с красивыми розовыми цветами. Черикола сейчас такая. Летом ярче намного. Crimson Pearls. Ой, ну фисташ. Фисташ, ну просто фисташ. Пиногри. Сейчас такой цвет у нее. Летом играть будет разными цветами. Pink Pearls еще одна. Красота. Красоточки ждут вас. Хотят в хорошие, заботливые руки. Всем спасибо за внимание. Пока.